Привет, девочки. Не знаю, говорила вам, нет, я немного приболела. Лежу дома, вчера пришел сувенир. Ну, Паша пока обзор не сможет со мной сделать, потому что, видите, я не выздоровела. ПЦР, конечно, отрицательный, но полежу еще, знаете, долечусь. Сейчас вам покажу гореллу, а потом уже с Пашей я вам луками, как вы любите, подберу. Девчонки, вот такие вот футболки. Сувенировский. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите, какая цветовая гамма, как она подобрана. Рубашка. Все хлопок, девочки, все натуральные ткани. Посмотрите, какой жакет. Платье. Тоже хлопковое платье, очень красивое. Нежнейшая блуза. Вискозная блуза. Юбка лен, такая, знаете, кантри, шорты хлопковые, очень цвет красивый, кирпичный. Вот такая вот клетка костюм, видите, с такими штанишками, клетка прям спортшик. Потом смотрите, вот такой льняной костюм, девочки, посмотрите, как сувенир в этом году рукава придумал сделать. Это его фишка, ни у кого такого не было. Штаны лен, вот. Потрясающая расцветка. Помните, как я вам говорила, ковровая. Очень красиво. Платье. Ну, это сувенировская классика. Оно всегда у них вот в таком формате. Оборка. А вот смотрите, какой жакет. Малиновый жакет. Вернемся в 90-е. К нему джинсы со звездами. Тоже, кстати, с той же серии. Бомбер. Эко-кожа рукава, и сам он такой, посмотрите, внутри подкладка полосатая, ну такая вот прям навороченная вещь. А вот смотрите, тоже какой жакет, к нему я сделала вот такую вот футболку. Вот эти красные штаны хотела вам миксануть, это джинсы, вот сюда вот к этому бомберу, смотрите, как вот так вот зачетно. Вот. А к вот этому уже комплекту будут вот такие вот штанишки. Здесь, посмотрите, у нас джинсы. Джинсы, сейчас покажу вам их вот так вот. Потом юбка. Тоже такая юбка Татьянкой. Прям про меня. Потом джинсы палаццо. Цвет очень красивый. Девчонки, вот такая вот вещь. Сейчас вам ее вот сюда вот сделаю. У меня здесь такая дырка надырявлена. Сейчас вам вот так его покажу. Посмотрите, какой тренч. Он двухсторонний. Он здесь сделан. Такая слаксовая ткань, а сзади джинсы. Девчонки, сделаю вам 2-3 видоса, потому что ну, очень много пришло вещей. И, девочки, а сумки наши помните? Смотрите, какой рыжик хорошенький. Вот, ждем следующее видео.